Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Soul Knight. Так, у нас с вами последняя игра 2-1. Кстати, спасибо большое вам за ваши комментарии, за ваши подсказки. Очень был рад их почитать. И, как говорится, ну-ка, я хотел, ребят, посмотреть, действительно ли при ударе 1, 2, 3, 4. А мне сказали, что должны появляться шипы, но я их почему-то не вижу. Так, ладно, переключимся с тобой на что-нибудь. Давай попробуем побомбить мачетой. Йо, да, действительно, ребята, появляются морозные шипы. Как у того самого краба. Ну, куда ты убежал? Так, это что у нас такое? Вау, 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 вау. Офигенная пушка, да, на самом деле? Ну, не пушка, а, скажем так, меч. Хе-хе-хе. Так, давай бомбить. Готово. Ну что, откроем с тобой сундук. И поврежденный клинок. Так, поврежденный клинок. Он нам дает с тобой что? Да я не знаю, что он дает, ребят, какие плюсы. Но, по-моему, наш меч вот этот вот. Не, вот этот мы с тобой, наверное, оставим все-таки, да? А вот что бы нам поменять? У нас что, всего два оружия? Что это за клинки? Давай хоть посмотрим. А, это метательные, нет. Не нужны мне метательные. Так, давай смотреть по карте. Мне сказали, иди туда, где есть восклицательные знаки. Пойдем сюда. Опа, это что такое? А что они делают? Зачем они бомбят? Ага. Что-то заработали, какие-то кристаллы. Ладно, теперь нам с тобой надо идти вниз. Опа, аура. Да ладно, отвалите все от меня. Слушай, ну круто, круто разбираем их. Что у меня там со здоровьем? У меня брони уже не осталось, к сожалению. Нет, почему-то как-то набирается она, копится. За счет чего только пока я не понял. Ладно, двигаемся с тобой. Погоди-ка секунду. А что у нас тут? Это телепорт, да? А внизу какой-то сундук. Давай тогда заглянем, что это за сундук. Сундук. Чего-чего? ПП нового поколения? В плане. Воу. Слушай, а может быть нам взять с тобой ПП? Смотри, как строчит. Ну, я так понимаю, это у нас... Кстати, что это зеленого цвета? А цвет означает редкость, да, оружие? Ладно, давай с тобой сойдем сюда. Тут у нас телепорт. И мы с тобой... Куда он побежал-то у меня? Эй, а что проходит? Подожди-ка секунду. Он так проскользнул просто, знаешь, я подумал, что он как будто ну, как на... Ледяной какой-нибудь фигне скользит. Так, что ты нам, обманщик, предложишь? Блин, он меня опять обманул, да? Вот что я сбросил? Непонятно. Не пишут ничего, ребят, к сожалению. Упс, враги. Ой, шипы, господи, я их даже... Бомбим, 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 ребята. Ух ты, смотри, какой крупный жирный рыцарь тут бегает. Хе-хе-хе, сосунок. Ой, готово. Готово. И что мы там заработали? Опа, это что у нас такое? Руда? Органический материал. А для чего это все нужно? Для какого-то, видимо, крафта. Смотрим. Так, у нас с тобой... Погоди, секундочку. У нас здесь восклицательный знак, да? А восклицательный знак что означает? Ой, это что такое? Надеюсь, ты выживешь. Лазарет, что ли, какой-то? Нанять этого героя? А что нужно для этого? 30. 30 монет. Ох, нифига себе, друзья. Смотрите, что происходит. У меня наемники. Офигеть. Слушай, ну это круто. Хотелось бы посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Да, ребят, я, наверное, погорячился, когда сказал, что игра довольно легкая. Нифига она не легкая. Так, это оружие не подходит мне? Почему не подходит? Все подходит, морковки у тебя какие-то. Слушай, я даже не знаю, что и взять-то лучше. Морковка. Ой, это что такое?
Это что я взял, ребят? Смотрите. Ой, смотри, как чувак подобрал морковку. Прикинь. Блин, я не знаю, стоит ли вообще мне. Лазер-то вот этот, он хорош на самом деле. Может быть, меч оставить? Или все-таки меч тоже забрать? Давай вот так вот сделаем с тобой, а? Я так понимаю, это у нас что-то типа отхила. О, посох света. А, ну посох света это, наверное, и есть, да? Да, посох света это и есть лечилка. Так, отдай мне, пожалуйста. Вот так вот. Все. Погнали, друзья мои. Итак, тут слишком долго засиделись. Переключимся с собой на автомат. Нет, лучше. Блин, морковку не взял, да? Ладно, фиг с ней. Воу-воу-воу-воу. Всех крошим с вами. Так, рвем. В клочья, в хлопья. Видишь, как лазер мне помогает? А где мои наемники? Вон они там что-то наверху разбираются. Я, честно говоря, думал, что они будут серьезнее. А он, по-моему, один остался, да? Из охранников. Так, мы можем с тобой сходить сюда. Сундук лежит у нас тут. Надо глянуть. Ох, какой гигантский сундук. Что там? Ледник. Синяя. Кстати, если синяя, это значит еще круче пушка. Ну-ка. Ой, не то. Да мне ледник бы взять, ребята. Во. Правда, очень медленно стреляет. Ох ты, тут еще, оказывается. О, вот это вот пушка пошустрее будет. Ладно, поехали. Тут у нас, кстати... А, сундук я еще не подобрал. С монетками. И у нас здесь с тобой телепорт. То есть мы проходим дальше. Гоним. Так, выбери бонус. Увеличение эффективности питомцев и спутников. Ускорение зарядки оружия, требующего зарядки. Броня плюс один. Вот броню я, наверное, возьму. Мне кажется, почему-то она нам пригодится в дальнейшем. А что вот тут означает? Восклицательный знак. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой. Вот эта пушка, насколько я помню, она замораживает, да? Если попадем во врага. Ох, нема. Нет, ребята, она не замораживает. Она пробивает. И замораживает. Слушай, ну, крутая, крутая пуколка, мне нравится. Но, как сказать, не очень дамажит. Так, две хпшки себе восстановил. Давай-ка мы, наверное, сходим с тобой вниз. Да? Мы вниз сходим, там у нас восклицательный знак. А это значит, что-то здесь будет лежать. Какой-то бонус. Статуя эльфа. Как вы сказали, если помолиться, то что-то будет. Дать статуе 24 монеты, дам. Ну вот что она мне дает, я не понимаю. Не прописаны эти бонусы нигде, понимаешь? Я бы хотел посмотреть, что она мне сделала. Но никак. Ладно, двигаемся с тобой наверх. Чего недостаточно... Ё-моё! Да ладно, понятно. А я-то тут стреляю. Энергия, оказывается, у каждого вида оружия. Блин. Ладно, друзья мои, будем бомбить их тут всех. Хорош тут крякать. Рыцарь, это где? Рыцаря нет уже. Один котик помогает. Блин, я тебе... Нет, вот он. Рыцарь на месте, все отлично. Да что за слизень тут? Мелкий еще мешается мне. Ох, нифига бомбанули. Валим, валим, валим. Уворачиваться не получается у меня. Знаешь, что хочется? Чтобы какое-то было уклонение. Знаешь, там типа кувырочка или еще что-нибудь. А его нету здесь. Так, у нас наверху сундук. Давай-ка мы заглянем. Ох, ё-моё. Цветущая вишня. Так, зелье восстановления 37. У меня монет не хватит, да? Улучшенный лук. Блин, у меня не хватает монет, ребята. Такие фишки там продаются. Так, энергию накопил? Накопил. 40 энергии есть, давай сюда заглянем. Это что сейчас было? А, у каждого вида оружия еще свои бонусы, оказывается. Опять же, я этого не знал. Так, ну где вы там, олухи? Ого. Блин, что-то мне не нравится эта пушка. По-моему, снаряды самонаводящиеся, да, у нее? Да, но сама по себе она очень слабая. Вот что я тебе хочу. Кто там разбуянился, я не понял. Рыцарь, ты не... Где он?
Блин, оружие закончилось. Плюс опять в рукопашку бежать. Ну давай, беги сюда. Охламон, я тебе сейчас накумарю. Так. Ядрить, моего рыцаря завалили, да? Я понял, друзья мои, рыцарь мой валяется отдупленный. Вот он, трупик его. Готово. Так, а где сундук? Вот он. Блин, всего две монетки. 29 монет в общей сложности. Так, это мы сейчас вот здесь с тобой были, да? Получается, мы идем в телепорт. Слушай, мне кажется, что скоро будет босс. Угу. Выбери бонус. Так, эффекты статуи активируются. Да что за эффекты статуи? Так, иммунитет к токсичным газам и замедление. Увеличение урона от яда врагам. Не надо. Иммунитет к ловушкам. Устойчивость к урону при столкновении. Вот это, наверное, возьмем с тобой. Так, ну что, 2-4. Чувствую, ребята, боссом пахнет. Давай-ка мы так, наверное, с тобой сделаем. Ледник. На! Котя, помогай. Так, отлично. Если не замораживаем, то очень хорошо рикошетим с тобой. Так, 33 монетки. Давай-ка я вот сюда зайду. Мне просто хочется посмотреть, что здесь у нас секрет. Ух ты, это что такое? О, знаешь, кто... Есть грибы. Знаешь, откуда вот этот чувак? Играл кто... Играл-то, наверное, кто-нибудь из вас и играл. Но видел ли на моем канале Барбар Кью? Игра такая есть. Так вот, он мне именно его напоминает. Того самого варвара. Ну и что ты там стрял? Иди сюда. Вот. Ну, я, конечно, потратил монетки, ребят, но я думаю, не зря. Барбекю. Вау. Помогай, 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 родной мой. Потому что мне нужны, так сказать, наемники. Недостаточно энергии, я уже понял. Рубим. Маги, фигаги, нам по барабану на всех. Тихо. Давай-ка этого рыцаря накумарю. Кстати, вот здесь можно тоже это все пробивать, верно? Они еще взрываются. Так, маг. Из-под тишка там что-то захотел? Ах ты, мелкий ханорик. Еще один рыцарь. Замечательно. Так, варваренок, помогай мне. Он неплохо-то бомбит, если честно. Ой, у меня три брони осталось всего лишь. Готово. Сундук. Базука. А ну-ка. Слушай-ка, я хочу проверить. Винтовка стража зеленая. А базука у нас какого? По-моему, синего, да? Так, секундочку. А куда нам идти? Если мы пойдем сюда, здесь должен быть у нас сундук. Вот он. Открываем. Красный световой меч. Ха, отличное оружие. Хватай, говорит мне мой напарник. А катана-то, извини меня, красная? Нет, я, наверное, катану оставлю. Потому что, ну, красная это, наверное, супер-пупер эпическая пуха. Так, берем с собой базуку. Йоу, веселуха началась. На. Мне нравится. Мне нравится наша базука. Просто в хлам их всех. На. А это что еще за установка такая интересная? Подбили, да? Шипастые ножи. Не буду я брать шипастые ножи. Так, мы с тобой сундук открыли. Ну что, у нас телепорт. И мне кажется, мы с тобой сейчас попадем к боссу. Хотя нет, босс будет по-другому обозначается, да, у нас? Мы с тобой, наверное, сейчас в город попадем. Скорее всего. Нет. Так, торговый автомат. 19. А что дает этот торговый автомат? Ребят, напишите в комментариях, если кто знает, что он делает. Ну, так. А, это установка какая-то, типа зенитки. Точно, ребята, я думаю, что это за фигня такая, не двигается. Она может быть не двигается, но стреляет, и очень больно причем. Блин, варваренок прикольный, чувак. Серьезно тебе говорю. Помогает, выручает. А синенькие вот эти, что мы с тобой забираем, да, это, ребят, энергия. Статуи. Может быть, в этих статуях что-нибудь есть, не? Нету. Ладно, двигаемся дальше. Переключимся.
Так, погоди, погоди. На! А чего вы такие жирные-то уже стали, а? Партизаны. Котик мой что-то не помогает. Захандрил, видимо, в последнее время, да? Так, а, сундук, подожди, сундук чуть не забыли. Окей. Стопэ. У нас здесь сундук лежит. Пойдем-ка мы посмотрим, что за сундук. Открываем. Ох ты, снайперская винтовка с рикошетом. Конечно, вот так вот сделаем. Ну-ка, проверим. Вот это зашибись. Фиол. Должна быть мощная, друзья мои. Протестим. Ту-ху. Слушай, а мне нравится эта пуха. Ты посмотри, у нее дамаг какой. Колоссальный просто. Ну, энергии, конечно, по-моему, она очень тоже, да? 4 за выстрел берет. Но это того стоит, поверь мне. Готово. Так, монетки. Слушай, а нас поджидает уже босс. Наверху босс, а здесь у нас что за бонус? Давай посмотрим. Водяной бак. О, спасибо, мы с тобой хильнулись. Ну что, друзья мои, айда на босса. Я, наверное... Нет, я со снайперкой побегаю. Еще неизвестно, что за босс тут. Великий слизень. Да? Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо, что делаешь-то там? Давай-давай-давай-давай-давай. Эй! Мой варваренок помогает мне. Да хорош ты, смотри, что у него. Ай, запуливает, гаденыш. Энергию, энергию, энергию берем. Да, он мне тут, смотри, что творит. О-о-о-о. А что вот это дает такое? Зеленое, синее. Видишь? Тут есть определенный... Котя, помогай. А, так тут еще и слизни, блин, мешается. Прикинь. Что, энергия кончилась, что ли? Да нет. Да быть такого не может. Она кончилась. Погнали, будем бомбить. Ага, не нравятся ему шипы, смотри. Запаниковал. Воу-воу-воу. Что ж ты делаешь-то, Ира? Ты посмотри. А, ребята, у меня последний хп. Да как тут можно? Как тут можно? А начинающий искатель приключений. Так, а я откуда начну-то? Чего там? Воркшоп. Волшебные... Блин, я не могу прочитать. А, волшебное урочище. Подвал. Это что такое вообще? Выбери героя. Ага, мне доступен вот этот. Или... Где я-то вообще сам? Открыть. 2000, нифига себе. А ты сколько? 3000. А, это за деньги. Сколько? 159 рублей. Улучшить. Блин, а их еще можно улучшать, оказывается, да, персонажей? Так, подожди, ну... Я могу кого-нибудь вообще сейчас купить вот за такие деньги, которые у меня сейчас есть? Вот этот барышня, вот что означает вот этот вот? Выбери героя. 4000. 75 рублей. Хм. А если мне не хватает? Еще какая-то почта у нас, почему-то я не могу ее выбрать. 12000. Так подожди, ну, что, придется рыцаря, что ли, этого брать? Так, 5000, 12000, 75 рублей. Панду могу бесплатно взять, да? 10 тысяч. Нет, панду я не могу. Только рыцарь мне доступен, друзья мои. Только рыцарь. Да ладно, ты хочешь сказать, что я сейчас буду начинать все с самого начала? Да не может этого быть. А что это такое, ребят, за... А ну-ка. А я почему-то не могу это почитать. Странно. Чего я опять неправильно делаю, а? Смотреть телевизор. Огненный бластер. Так, фрагмент облика босса. Батарея. Поврежденный робот.
Может быть, кто-то сможет его починить? Обменный автомат. У тебя нет купонов. Фабрика роботизации? Да ну, как это бредотня. А пушку я, ребята, получается, сфукал, да? Могу, конечно, взять вот эту в огненный бластер. Я не знаю, рыбки тут какие-то доступны, ребята. Так, стол конструктора. Ох, ядрёно, уж это что такое? Ага, тут еще смотри-ка, можно самому что-то придумать. Походная палка. Камера без ретуши. Коробка. А зачем это нужно? Многоразовое зелье энергии. О, вот это было бы классно. Так же, как и здоровье. Зеленая миска. Малый щит. Ё-моё, ты... Фу, тут чё... Офигеть, тут дофига, ребят, что есть. Ну, мне интересно знать, я чё, само... И тут еще что-то. Шаман. Извини, пока закрыто. Археолог. Удалось увидеть загадочные символы? Да пока как бы не удалось. Да, друзья мои, тут много чего есть. Так, ну... На... А паладина я этого не могу, да, взять? Подожди, тут почта у нас еще, ну-ка. Как проверить почту? Она вроде бы как отмечена. Сундук. Открыть сундук. Ха-ха, офигеть. Хочу посмотреть, откуда я начну. Если с первого уровня, это, конечно, будет обидно. Вы серьезно? Вы сейчас серьезно? Ну, ребята, рогалик с первого уровня. Ну, это, блин, неужели никак нельзя сохраняться здесь, а? Ну, проиграл я на слизнюке на этом. И что, теперь из-за этого надо начинать все заново? Ни контейни, нифига, да? Блин, обидно, если так все пойдет, а? Ух ты, это что такое тут еще? Наставник. Позволь мне раскрыть твой потенциал за 30 монет. А у меня нет таких монет. 30 монеточек нету, к сожалению. Я бы, конечно, хотел бы потенциал свой раскрыть. Что там, пиратская сабля? Пиратская сабля, я понял. Так, здесь зайдем. Не, ну первый уровень понятно, тут все легко и просто. Да и второй, в принципе, не очень сложен. Но вот босс. Слизень, как там бегать надо? Как там юлить? Офигеть, да, можно было? Так, готово, сундук, где сундук? Вот он. Пустынный орел. Нет, парень, пустынный орел — это не для меня. Так, что у нас тут? Ну, естественно. Я вот и не понял, ребята, что означают вот эти вот зеленые и синие. Так, подожди-ка. Не могу понять. Ну, по идее, это как бы дорожки для ускорения, да? Но почему-то они не работают. Или я просто не знаю, как их применять. Наверное, скорее всего, я не знаю, что, как ими пользоваться, ребят. Так, там телепорт, а мы с тобой, по-моему, вот здесь еще, да, не были. А, здесь потенциал мой хотели проверить. Ну, значит, да, значит, мы с тобой прошли. У меня, честно говоря, больше вопросов появилось, чем ответов. Так, выбери бонус. Увеличение эффективности зелий. Увеличение скорости стрельбы из оружия. Вот, вот тут, наверное, все возьмем. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, мы на сегодня пока закончим. У меня много вопросов, да, я их задал в игре. Так что, если вам не сложно, подскажите мне. А то я, наверное, тут зависну надолго. Так что, друзья мои, мы дошли с вами до второго босса, до слизнюка. Но победить его, к сожалению, я не смог. Растерялся, запаниковал и сдулся. Но обещаю вам, что дойдем и накажем его. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.